Поднимайся, говнюк! Кто это, сука? Кто? 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 Ты что, сраная курица? Кто она? Я не понимаю, кого ты спрашиваешь. Которую ты лайкнул вчера. Ты что, совсем больная, что ли? Нет, малыш, я никого не лайкал, нет. Ты даже оставил коммент под ее фоткой. Ты что, спятила, что ли? Не смей говорить, что я спятила. Я понял, тебе что, назвать имя той, которую ты лайкнул? Да? Айдана 89. Я понял. Я все вспомнил. Это Айдана, одноклассница моя. Я ее со школы не видел. Вот и подружке поставил лайк. Буквально на первое попавшееся фото. На первое попавшееся фото? Да, на первое попавшееся фото. Неужели я настолько, по-твоему, тупая? У нее 18 фотографий, так? Да. А ты лайкнул 12-ю и 4-ю, значит, ты засматривался на нее, кабель! Да чтоб тебя! Знаешь что? У тебя большие проблемы с головой! Ты нафиг не уравновешенная! И не пишешь мне такие комментарии, пока я тебе с тобой не попрошу. Да, как же без этого? Да пошла ты! Надо пролайкать какую-то шлюху, это запросто, пожалуйста! О, господи, я лайкнул фото своей одноклассницы, это же греческая трагедия, ой-бай. Я ведь еще написал коммент под ее фотографиями своими руками. И, наверное, за это время я успел заняться с ней сексом в комментариях. И теперь моя сперма окажется в ее вагине при помощи интернет-системы, и скоро я стану отцом. Да нет, пошел нет, ты! Вот только посмей, больше не будет совместных фото, ни одной. Так что успокойся, милая. Поговорим спокойно. У тебя добавился один подписчик, было 98, стало 99. Малыш, ну какая разница? Сколько там у меня подписчиков? Одного больше, одного меньше. Ну давай, иди ко мне. Давай померимся. Кто на тебя подписался? Чего-то твоя сокурсница Динара. А ты к ней подписался? Ну какое значение ты подписался? Да, подписался. Что?